25 сентября 2021 год, Харьков, 5:42 по Киеву, МКС. Думал, потерял уже. Не, вон она прямо надо мной. Ох, ты ж ёлки-мазалки. Все, теперь точно потерял. Зенит пролетает, да? И исчезает. Сейчас на луну посмотрим. Ну, уже очень светло. Я бы сказал, совершенно светло. Да, ну это свалик, спасибо, конечно. Луна нам широко улыбнулась. Улыбкой у чеширского кота. Правда, чеширским котом в данном случае была Международная космическая станция, растворившись в утреннем небе. Вчера было вообще событие великолепное. Пролетал МКС на фоне Луны, просто вот через диск Луны. Если бы я с этой точки снимал, он бы пролетал в 10 угловых минутах правее Луны. Но я на полном серьезе собирался ночью ехать. Ночью ехать в другой конец города на ХТЗ. И оттуда снять проход через середину диска. Но в 12 ночи было абсолютно ясно, как сейчас, а к 2 часам ночи уже полностью затянуло небо. Так что я это эпическое совпадение траектории МКС и орбиты Луны не снял. А жаль. Ладушки. Я думаю, на этом смайлике я закончу. 5:47 по Киеву, Харькове. 5 сентября 2021 года.